дивне єднання України, так? Дивне для, напевно, Російської Федерації. Для нас це було зрозуміло все, і ми прекрасно очікували цього. А в мене запитання наступне до вас. Ну, а як, ну, яка армія Росії у рейтингу? Друга армія світу? Плохенька армія в Росії. Да? Вот прогнозували? Що вони справді цього не спрогнозували? Хороший вопрос. Я сьогодні вже зустрічався от здесь, во Львові, з моїми британськими колегами, один із которых... известный в прошлом журналист, который там назывался когда-то главным корреспондентом BBC по военным делам по фамилии Вуд. Так вот, он очень дотошно меня расспрашивал, а вот что случилось с российской армией? Потому что, говорит, я помню, я освещал вторую войну в Чечне, которая вот началась осенью 99-го года и продолжалась еще там несколько лет. Я ему сказал, что вот смотрите, 99-й год. Для людей, которые тогда были еще относительно молодыми, это было 20 с лишним лет назад, которые имели за плечами опыт войны в Афганистане, опыт Первой Чеченской войны. И с другой стороны, у которых не было никаких перспектив в жизни. Да? Они были готовы идти в контрактники, за деньги, воевать в Чечне. Это были люди реально головорезы. Многие из них, во всяком случае. А посмотрите вот на этих пленных, которых мы видим. Ну, это же салаги, извините меня. Это вот мальчишки. Желторотые, несчастного вида, там сидит какой... И смотрите, вот эти видео, они все как под копирку. Им дают телефон, потому что у них отбирают мобильные телефоны. И они звонят домой, мама, папа, я в плен попал. Ты где? Как ты там оказался? Да и нас везли на учение, в последний момент сказали, что это будет... не учение, а настоящая боевая операция, но чтобы мы не волновались, это все за день-два-три максимум закончится, и население нас здесь будет встречать. А они нас убивают. В моей-то вот один парень сидит, плачет. У меня, конечно, там никакой жалости к ним нету, хотя они идиоты, да? Ну, вот уж так плачет, что прям даже жалко становится. Потому что говорит, всех убили. А офицеры, вместо того, чтобы... давать команду эвакуировать раненых, раненых прямо на поле боя добивают. В моей роте, он там говорит, убили всех, я один живой остался, да? И я понимаю, что, условно говоря, более продвинутые, крепкие, молодые ребята, у них сейчас есть масса других возможностей. В России там было, во всяком случае, масса других возможностей. Ну, условно говоря, пойти даже не служить вот контрактником в армию, а пойти там, я не знаю, в какую-нибудь охранную фирму, где платят там в три раза больше, чем в армии. Вот тем, у кого широкие плечи и большие кулаки. Ну и вообще, то есть то, что раньше приносило молодым людям какой-то минимальный доход, да, все, это уже не престижная профессия. И поэтому необстрелянные вот эти вот салаги идут в бой. Потом, смотрите, еще изменилась ну, сама война. Понятно, что на первый план выходят бесконтактные формы ведения войны. То есть системы залпового огня, вот все эти грады, огнеметы, термобарическое оружие... высокоточные ракеты, которые могут запускаться с большого расстояния, крылатые ракеты, бла-бла-бла. Но в конечном счете, вот когда там запустили все ракеты, запустили все эти самые крылатые ракеты, отстрелялись там минометами, градами и так далее и тому подобное, в конечном счете должна идти по земле пехота. А пехота хреновая. Потому что пехота потом попадает на наших бойцов ВСУ, попадает на бойцов территориальной обороны, которые, условно говоря, где-то там пересидели самые страшные минуты артиллерийского или ракетного обстрела, а потом выходят из убежища и открывают прицельный огонь. А наши пацаны, наши военные, в том числе и бойцы отрядов территориальной обороны, они многие имеют опыт войны на Востоке. И главное, они мотивированы.
Это же отечественная война. Понимаете, это же отечественная война. Вызвольно. Да, это вот как в старой песне времен Второй мировой войны пелось, да? Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Да, идет война народная, священная война. Это про Украину. Украина сейчас ведет священную отечественную войну против российских захватчиков. И мне кажется, что еще миф... А у них мотивации нету. Низкий моральный дух, как говорили раньше. И миф кадыровцев, возможно, в Украине будет развенчанный, таких, Что касается вот этой истории про кадыровцев, я вам так скажу. Я вообще не сторонник конспирологических теорий, но вот мне уже там из трех разных источников, а вы как журналист, коллега, должны понимать, что когда вы получаете информацию из нескольких не связанных между собой источников, ну, по крайней мере, надо прислушаться. Так вот, я точно знаю, что русские военные, особенно русские спецназовцы, бойцы там разных разведывательных подразделений, ненавидят Кадырова, ненавидят вообще вот этих вот там чеченских... Что ФСБ взагалі здавало, проводило зрадницькие дії и здавало Збройним силам України есть опыт, да? Очень часто во время войны были случаи, вот во время Второй Чеченской войны, когда вот эта вот ненависть к Кадырову и к другим людям, которые вроде бы как перешли на службу российской армии, но все помнили, что в первую Чеченскую войну они резали глотки русским пленным. И они им мстят до сих пор. И когда мне говорят, что вот странная история, что вот эту вот кадыровскую колонну расстреляли так, как будто ее ждали вот где-то там под Бучей. Да? Вот вы видели наверняка вот это самое видео, как длинная улица, чуть ли не центральная, которая идет через Бучу, и она вся усыпана сгоревшими бронетранспортерами, танками, там, я не знаю, БМП. Они так раскорежены, что даже непонятно, какие это машины были изначально. И идет мужик там с матом-перематом вот, и говорит, о, смотрите там, вот они, кадыровцы-то, вот что от них осталось-то. Я не удивлюсь, что заодно и с этими рассчитались. Но, понимаете, вот сказавши это, я бы хотел, чтобы ну, не возникало... Ясно, что с точки зрения моральной удалось сорвать блицкриг. Блицкрига не получилось. В три дня хотели победить Украину. На третий день хотели, чтобы уже капитуляцию подписывал президент Зеленский. И, кстати, вот если, я не знаю, обратили вы внимание или нет, на официальном правительственном агентстве РИА Новости случайно по недосмотру выскочила статья, которую они там быстро удалили, но интернет же все помнит. Типа победоносная статья о том, что мы всех победили, все, президент Путин окончательно решил украинский вопрос. И потом раз и убрали с сайта. Но это значит, что они заранее готовились к тому, что и верили в то, что будет победа на третий день. Хрен. Тут вот что. Вот как бы, чтобы у нас голова не закружилась от успехов. Потому что знаете, что плохо? Вот сейчас возникнет у многих оккупантов новая мотивация. Война идет по жестоким правилам. И вот возникает новая мотивация. У тебя убили там товарища, который плечом с плечом. Неважно, в какой войне ты участвуешь, в захватнической, в агрессивной. Ну, там, условно говоря, боец, с которым ты сражался там, в одном подразделении. Его убили, у тебя появился мотив мстить за него. То есть война будет становиться, безусловно, ожесточеннее. И Путин, конечно же, он психует, это видно. Он зачем на переговоры идет? Я абсолютно уверен, что он идет на переговоры только с одной целью. Понять, украинцы, что они действительно там собираются дальше воевать? Они что, деморализация, так это уже. Да. Они что, деморализованы? Что, или они, наоборот, уверены в себе и не собираются вести переговоры с позиции там, попрошаек, которые пощады просят? Вот. Но видя, что украинцы не собираются сдаваться... Какая будет реакция? Ужесточить методы ведения войны, попытаться превратить Харьков в Алеппо, как не страшно, да? Мы же видим, что начали
обстреливать, что называется, по площадям жилые квадраты, кварталы, простите. Это ужасно совершенно. С другой стороны, там, если раньше мы говорили, знаете, так про Гаагу, немножечко фигурально выражаясь, какого 6 или 7 числа уже начнут рассматривать, простите, дело о военных преступлениях, которые, как они говорят, аккуратно, политкорректно, возможно, совершены российской армией в ходе вот этой самой специальной операции в Украине. Кстати, вы знаете, вы обратили внимание, а зачем она называется так, специальная операция? Потому что есть указ Путина, подписанный им самим, по-моему, в 2015 году, который черным по белому там в этом указе написан, номер даже у него есть. На память, простите, не помню. Під час специальных операций не можно, можно не называть втраты, правильно? Так розумію? Точно. Не а під час війни потрібно. А під час війни потрібно.